apenas uma reflexão aliás. Há uma sobra de espartano e... E as cachês de é, já está a dieta. E as cachês de chamou. Sim? Não, não é tu, cara. Mas pode ser se já está a pedir. Deixa o boca, sem o motor. Tá. Любому не так, ведь я и служил, но я пускаю.
Плитка МД. Импортер испанской и итальянской плитки номер один в Молдове. Более 1000 коллекций. Керамическая плитка, керамогранит, мозаика и клинкер. Улица Заводская, 15/4. Телефон 022-995-995. Плитка МД. Качественную плитку из Европы покупают тут. Так. Вот так хорошо. Еще разочек. Все, теперь меня, теперь ты делаешь. А, да? Да. В цене приза. Да. Стоп, мате, мате. Взял отсюда, держи. Держи. Или вот, вот так возьми, или вот так. И пошли. Раз, 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 идем, подворачиваешься, оп. Идем, поднимаешь руку. И опять, раз, подворачиваешься, давай. Так. Пошли, пошли. Шаг и подворот. Вот так. А он пусть 3-4 раза. Хорошо, да, пяточки не становились. Вот так, хорошо. Вот, умница. Вот так. И ноги еще чуть-чуть, еще больше повернись. Катерин, еще. Катерин, ты ставишь ногу и подворачиваешься. Вот эту дальнюю ногу разверни, чтобы ты развернулся. Пошли, пошли. Так, нет. Нет ничего. Придется. Хорошо. Аккуратно, аккуратно. Да, вот. Хорошо, пошли туда и обратно. Туда и обратно. Хорошо, ма. Хорошо. Мате, вы туда ушли. Вы здесь. Еще в партере чуть-чуть. Сели в партер. Значит так, сейчас работаем. Андрюха, вы здесь. Вот здесь. Вы там. Так, как его? Значит, смотрите еще раз. Макс, иди сюда. Значит так, Андрюха лежит на спине, Дан лежит на спине. Один раз ты, один раз ты, один раз ты, один раз ты. А ты пока с ним, ты физически крепкий, ложись. Раздвинул спинаря, 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 спинаря. Еще раз, удержание, посмотри, Катерин, Катерин. А с
своей коме. Значит, нужно пройти, сделать или такое удержание, или такое удержание. Так? Или отсюда взять удержание. Это самое лучшее. То есть вот эти три. Он будет лежать уже на спине и защищаться. А должен пройти. Хорошо? Ему. Приготовились. Сейчас так проходишь, а потом ты проходишь, да? Проходишь, ты проходишь. Андрей, Батюшка, поехали. Я не должен. Конечно. Только спина, Андрей. И не задержать его. Только спина. Вот так я опять ушел. Смотри. Поменялись. Сразу оттуда, что ты отсюда идешь? Сразу оттуда со стороны головы. Давай. Осторожно, улыбай. Не держи его, Андрюха. Не держи его, Андрюха. Не пускай. Мате, нельзя поворачиваться. Мате, нельзя поворачиваться. Так. Держать. Ушел. Раз, и. Мате. Макс сюда, ты нападаешь. Макс сюда. Ты отдыхаешь. Ты ставишь свой ход. Макс сюда. Ты Максу делаешь удержание. Ты Максу. Пожалуйста. Проходи. Проходи. И болевой сюда покажи. Хорошо, стоп, Матея. Приготовились еще раз. Еще раз. Встали еще раз. Приготовились. Еще раз. 10 раз бросил. Забил. Кольцо забил. А ну покажи мне. И прибыл арбитры. Хорошо, пошли. Пошел, пройти. Да, пройти. Мате, Макс ко мне. Мате, ты ушел. Макс идет сюда к сырму, а ты нападаешь на Дана. Приготовились. Хаджина. Вот так. Мате, стойко. Приготовились. Еще раз. Аджина. Не держи его, Андрюха. Он опять на животе, смотрите. Да, вот сейчас я возьму пояс. Да, возьму пояс. Топ. Он не знает, что болевой, не знает, как сдаваться, ты ломаешься. Где тренировки? Мате, встали. Стали свой кто пошел вокруг ковра. Поклонились сюда. Покажи. Где тебе выделить ниндзя. Давай. Хочу видеть. 5 раз. Как ты попадаешь в кольцо? А ну давай. Ай, он первый. Вот. Ну, почти. Еще. Энке, да? Да. Энке. Зеро. Зеро. Вон бери тот мяч. Лени. Зеро. Давай. Уно. Лени, потом. Так, внимание сюда. Андрюха ложится на живот. Дам сверху. Макс на анимация. Дам сюда на живот. Каталин сверху. Каталин, извини, как. Значит, дам должен встать в стойку. А ты ему не даешь встать. Что делать? Значит, на него прыгать не надо, не душить, то есть не ломать сюда.
постараться держать его отсюда, вот отсюда руки держать, да, и ноги вот здесь поставить. Приготовился? Сейчас вилку вообще тебе покажу. Иди сюда. Марк сюда. Дан, держи его. Кого? Марк. Мне надо встать. Ты ложишься, он на тебя. Да, ты должен встать. Готовы? Даем. Видишь? Вот сейчас. Видишь, как хорошо. Можешь больше делать удержание, не дай Максу встать. А болевой можно? Можно. А, ну хорошо. Стоп, смотри. Еще раз. Те же самые. Центру, Макс, центру. Двигаешься. Отсюда. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Матея. Заправились, ставили на свои. Видишь, как Макс? Макс старается как сделать? Перевернулся, потом еще раз, и потом встать. Почти получилось. Что, все два мяча, да? Все три. Я в шоке. Так, приготовились. Еще раз. Готовы? Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Переворачивайся вместе с ним. Да, на спину. Держи уменьшающие. Пять. Шесть. Стойку надо, Люка. Семь. Восемь. Девять. Десять. Смотри. Хорошо. Пошли вокруг ковра. И потом это семь. Молко. Давай, Люка. Хорошо. Хорошо, хорошо, заправились. Так, и подошли ко мне. Подошли ко мне. Так, идет сначала разминочка, это хорошо. Так. Значит так, сыр будет дан. Берут по мячу. Нет. Дан и Андрей. Берете мячик. Так, чтобы. Идите сюда, Люк, поехали. Так, ставим туда чем-то. Так, ты считаешь Дана? Макс, ты считаешь Андрея? Значит, один раз бросаем туда, один раз туда. Один туда, один туда. С центра? Значит, не с центра, бежим и бросаем. Но один бросок. Попал, не попал, берешь мяч, бежишь туда. Значит, кто первый? Значит, 12 бросков, 12 раз попасть надо. Ты считаешь, кого? А он тупой, поставь решение. Нет, он меня, Макс. Да, а Макс считает Андрея. Готовы? Чего? Фул считаем, фул. Да, впереди.